Всем приветик от меня, Оли из Греции, из солнечной теплой Греции и с моего цветущего сада. У меня много чего цветет, но в этом ролике я решила вам показать такой маленький сборник моих кактусов цветущих. В этом году я решила не показывать по отдельности какие-то кактусы, как я это делала в прошлом году, а решила как-то их собирать по нескольку в одном видео и вам показывать. Потому что, ну, одни влоги — это скучно все-таки. Вы хотите побольше посмотреть на кактусики, я думаю. Так что видео готово. Наслаждайтесь. Надеюсь, вам понравится. Красотой надо делиться. И я стараюсь это постоянно делать. Всем приятного просмотра. И всего-всего самого наилучшего. Ну вот, кактусики цветут. Ребуция. Это ее уже четвертый цветочек, это который я первый купила. Четвертый бутончик раскрылся сегодня. Молодчина. Держится по несколько дней каждый цветочек. Это очень хорошо. Цвет мне его нравится. Он такой красно-оранжевый, красивый. Так, вот тут у меня оранжевенький хочет раскрыться. Вот тут такой малышек. Мало сил. Видимо, ребенок дает. Да, не мама. Тут еще желтенькая ребуция. Вот еще желтенькая. Оказались они одинаковые. Так, тут вроде бутоны еще есть. Будут цвести. Вот тут бутоны. Ну, вот этот я пропустила его полное раскрытие. Там есть еще один бутончик. Вот так вот. Сейчас вот этот меня очень интересует. Он так хорошо раскрывается. Так хорошо и держится, долго раскрытый. Вот эти быстрее закрываются на обед. Вот этот стоит почти до вечера раскрытый. Молодчина просто. Ну, вот этот вот не хочет раскрыться полностью. Цвет красивый. Сейчас не знаю, насколько фокусирует камера. Такой переливается. Очень-очень яркий цвет. Очень приятный цвет. Должен был быть желтым, оказался вот таким. Ну, бывают ошибки продавцов тоже. Так, переходим сюда, пока красненький раскрытый. Надо вам его показать. Какой ты красавица! Он вот когда на солнце, он такой, знаете, более светлей. Если он будет в тени, он такой темнее красный. Сейчас он на солнце. Каждый день по одному цветочку раскрывает. Ну, бутон еще есть. Цветок мощный такой, у него хороший. Вот, хамалубивия, это не хамоцериус. Этот цветок вот такой вот, очень хороший. Ой, так, и вот тут розовенький, уже хочет закрыться. Да куда вы так торопитесь, еще рано. Розовенький, ты мой хороший, ну давай мы на тебя посмотрим. Вот так, чуточку. Ну, какой-то слабенький, слабенький, тут будет и другой вот оранжевый. Ну, посмотрим. Так, бутонов много. Так что цветочек мы еще будем видеть разных, разных, разных. Ой, а какой бутончик у тебя-то волосатый. Люблю его бутончик. Вчера было пасмурно, цветок полуоткрытый был. Думала, сегодня вообще не откроется. А сегодня он уже какой-то невзрачный получился у астрофитума. Видите, вот так вот бывает. Первый цветок пропустила, меня не было. Второй цветок попалась на такую погоду. Ну ладно, может какой-то раскроется полностью и будет красивым полноценным цветочком. Бутончики, бутончики, растете? Ой, как я хочу, чтобы они полностью раскрылись, и мы их увидели. Прям расстроило меня, что они не раскрылись полностью и на следующий день завяли. Так, ну, жду, жду. Вот тут все в бутонах. Так, что у нас сегодня? Ой, вот тут малышек один. Мамилярочка, конечно же, постоянно вот это сейчас цвету. Вот это долго цветет. Там еще есть бутоны. Так, вон та уже вроде как все, один цветочек с той стороны. Вот этот кончает свое цветение. Так, матукана растет бутончик. Вот этой пока ничего нету. Тоже что-то мне это расстраивает. Так, ну вот тут что бутон есть, конечно же, они потихоньку будут раскрываться. Вон раскрывается белый, он ждет солнца, видимо, полного.
И переходим на самое-самое-самое. Сейчас я перейду на ту сторону, наверное, покажу. Видите, вчера скрылся один из них, какой не помню, вот этот что ли. Вот. А сегодня уже три. Ну, я прям запереживалась, что откроется один, но все-таки три. Сейчас я пойду и вам покажу его обязательно. Вот, набухают. Так, набухают бутончики, бутончики. Тут вроде как больше нет, а вот эти вот, наверное, откроются завтра. Охота бы переопылить лубивию с лубивией. Или хинопсис лубивия можно. Ну вот, это же гибрид и хинопсис лубивия, но нет открытого. И вот не могу переопылить, не попадется так вот, чтобы зацвели вместе, чтобы я смогла переопылить. Ну ладно. Так, ах, вот у меня еще бутон. Вот эти собираются, видите, тоже. Вот тут что-то не то, как будто он его не может прокормить. Ну ладно, будем надеяться, что раскроется. Ай ты мой хороший. Так, ну вот, белый вот. И вот они красные в своей, во всей красе. Красотули, вы просто красотули. Давайте я его сейчас на солнце. Ой, не уколоться бы, не поколоться бы тут. Ох, ох, вокруг колючки, а я тут стараюсь. Ой, смотрите, какая красота на солнце. Ой, мама, какие же вы красивые, мощные. У него цветы такие, смотрите. Совсем не неженка, молодчина. Очень удачная покупка была, очень. Такие покупки я бы с удовольствием делала. Ну, не часто, но делала бы. Он свои, как сказать, свои деньги он как оправдывает очень. Даже он был мало за такую красоту, думаю. Отдают и больше. Ну, растет, конечно, еще кактусик. И там есть еще бутоны. Красавица, люблю. Точное название нету. Какой-то гибрид. Хотя я что-то наподобие нашла в интернете у кого-то. В инстаграме у кого-то. Какое-то там вроде название было. Если кого-то интересует, поищу. Поищу. Для вас просите, я поищу. Вот так вот. Смотрите, какой красавчик. Так, ну все, на этом кончаю. Как еще что-то раскроется, покажу. И все это будет отдельное видео. Только так про цветение кактусов. А то я все показываю только во влогах. Вы жалуетесь, хотите побольше видео. Вот, для вас. Красота. Ну, конечно же, у меня цветут и суккуленты. Красавица. Люблю я ее цветочки. Из самых-самых лучших эхивери, что у меня есть. Самый живучий, самый непроблематичный в любых условиях, в любой земле. И вот столько бутонов. Смотрите, третья ветка и вон четвертая. Ну, крупная розетка. И очень нравятся мне ее цветочки. Очень-очень красивые. И тут даже вот такие вот мелкие тоже у меня есть. Но вот тут красивее все-таки. Вот такие малышки тоже есть еще. Вот она. Вот она, вот она. Такие мы желтенькие, хорошенькие. Грептопеталум. Как я всегда говорю, цветочки у нас есть всегда, в любое время года. От вот таких мелких до крупненьких, долгоиграющие и однодневные. Вот так. Так что много есть чего показывать. И надеюсь, вам интересно. А еще у меня вот такой цветочек. Желтенький, хорюсенький. Это детишки от главного растения, и они дали бутоны, а который главное большое не дало в этом году. Ну ничего, мы и тут увидели. Вот так вот. Может, потому что им больше солнца достается. Яркие, желтенькие, хорошенькие. Это у нас какой-то граптопеталум или граптоверия, или седеверия, или что-то такое. В общем, нет, не седеверия, грапто что-то. Красивый, самое главное. Вот такая вот красота. Следующий день.
Что у меня еще открытое сегодня из кактусов и суккулентов? Я собрала в одном месте. Думаю, будет красиво выглядеть. Но вот этот, конечно же, цветет. Вот этот был вчера открытый второй день, сегодня закрылся. Ну, вот этих сегодня второй день, завтра вроде как закроется. Красавица. И сегодня вот такие вот у меня малышки раскрылись. Гимнокалицум бальдианум. Это такой более, скажем, темно-розовый, этот светло-розовый. Вот эта малышка вообще молочина просто. Такой цвет у нее замечательный. Так, ну вот это постоянно цветет сейчас. В это время красавица. Мелкие, но хорошенькие. Вот этот. Ну, эйфорбия мили, конечно же, с такими крупными цветочками. Красавица. В самой красе. Красненькая эйфорбия мили. Моя старушка. Подберушка. И вот принесла еще сюда вот эту красавицу, посмотреть на нее поближе. Вот этот вчера цвел, вот этот сегодня. Ну вот такой вот. Они больше не открываются вроде как. Вот такой вот нежный цветок, ярко-ярко-желтый, такой красивый. Смотрите, какой он не маленький. Так, еще бутон. Вот тут у него, смотрите, какой сросший бутон, двойной. Будет интересно увидеть, какой будет цветок. Очень интересно. Такого у меня больше не было. В целом, вот такая вот красота разных оттенков. Радует меня. Конечно, все это не вместе стоит. Сейчас собрала для вас полюбоваться, посмотреть. Тут и на заднем плане красота есть. И надеюсь, такой получился ролик неплохой, позитивный, приятненький. И вам понравится. Жду ваши лайки и комментарии, конечно же. Желаю вам всего хорошего. Хорошего лета, прекрасного, теплого, красивого, цветущих, красивых растений, здоровых. Вам самое главное – здоровье. Радуйтесь жизнью, радуйтесь тем, чем у вас есть. Мечтайте, и все будет у нас хорошо. Спасибо за просмотр.